походу мы сейчас лобовик впереди отмоем. Смотри, какая у нас туча впереди. Сейчас мы в какой-то грозовой фронт. Хотя не знаю, мне еще тут до Новосиба, вот там в районе Новосиба что-то вроде есть, а до него так вроде все нормально. Так ты вперед посмотри, вон смотри, там черным-черно. Большого не будет, но, наверное, в короткий ливень попадем. А может и нет. Ты надеешься стекло помыть? Да. Сэкономить на жидкости для мытья стекол. Ладно, посмотрим. Ну, как бы так может быть, а может и не быть. Быть или не быть, вечный вопрос. Сейчас мы это, там, от Кемерово пройдем, там на выходе с Кемерово, ну, с Кемеровской объездной, еще одного нашего. Может быть и нет, это вот мы сейчас, грубо говоря, едем прямо, это, ну, на Ленинск-Кузнецкий, как бы на юг, даже на юго-восток мы едем. А мы сейчас уйдем, считай, с окружной вправо, и даже не на 90 градусов, а почти там на 140. Так что это, возможно, и даже не зацепим. Ну, может быть, может быть. Не дал да рассказать. Сейчас мы из вдвоем едем, пойдем уже втроем. Сейчас мы заберем Игоря, подцепим. С ДЛК на Скане и на Эске. Тоже вам знакомый. И до Новосиба вообще втроем покатим. Как этот. Организованной толпой. А здесь что, кладбище, что ли? Что-то я смотрю, он цветочками торгуют. Наверное, тут Кемеровская получается. Как-то не обращал внимания. Или просто уличный мини-рынок. Сейчас глянем. Живые цветы. Ну а что не пользуются? Люди на даче едут, закупают. Ну почему нет? Люди на даче едут, покупают. Вот и все, как бы Кемерово закончилось. Ну, пускай здесь подальше. Но здесь меньше по городу, намного меньше. И на мне тут проще. Да, в этом балочке, по-моему, рыбы очень много. Что ты решил? Решил, что это много. А прям вот эти вот, ну как бы когда она гуляет. А, круги расходятся? Эти вот круги прям расходятся по воде. Понятно. Ну, может быть, может быть. Ну, давай сильнее. Надо весь этот гербарий смыть. Таки окраину тучки мы захватим. Нормально. Все, выскочили с Кемерово. Ну что, сейчас на Новосиб. Через 2,7 километра. Все, по объездной и погнали. Там, правда, тоже ремонты, но что делать. Время уже 3 часа без 15. Короче, не сильный дождик, но стекло помыть хватило. Во всяком случае, с моей стороны. Топки, топки. Сейчас мы тут Игоря цепляем. Сделка. Нас уже будет троица. А
спасибо, вместе пойдем. Все, Игорь, вижу тебя. Давай, давай, выходи, выходи, выходи впереди. Ты меня как, нормально принимаешь? Или плохо? Да так себе. Встанем, я поговорю, или кто-нибудь у меня в кабине послушаешь как. Понятно. Это он тот дядька на Вольве тоже жалуется, что меня плохо слышит. Тебе просто очень мягко ответили, что да так. Я бы сказал, вообще услышно, вы с ней нахуй. Друзья, ну, без обид, ну вот тут мы едем. Веселимся, короче. Так ты чё, Игорь, тут выгрузился сейчас? Новосиб грузиться идёшь, да? Короче, меня никто не принимает, я вообще буду молчать. С этой рацией, я не знаю, что-то либо это у меня с микрофоном что-то, ну, короче, надо нам что-то делать. Потому что я всех слышу отлично. А вот меня все слышат. Ну, поедем вместе, сейчас поедем. Кушать будем. То, что Давид нам привез, мы на ужин оставим. Сейчас поедем здесь уже. За мяском заедем тоже. Где-то на 100-м километре. Далековато, правда, еще. Дима сказал, больше тут негде кушать, но... По поводу еды я ему склонен верить. Что по поводу вкусно покушать по дороге. Этот человек знает все. Причем везде. По крайней мере, разборчиво слышно. Все как всегда, видите, встречек нет, обгон запрещен. Сейчас обгон разрешат, встречки появятся. И по закону подлости все чисто. Совсем все чисто. Как специально. Обгонять нельзя. Димка ушуршал уже вперед, его уже и не слышно.
Калейку собрали за собой. О, сейчас я вам покажу. Уже, наверное, до Кемерово калейка. Калейка точно до Кемерово тянется. А обгончик-то запрещен. Че, Игорь, не выдержал, да? Встречка идет, но можешь попробовать Америку обойти. Америку. Он на подъем идет, тяжело ему. Америку я обойду. И не только Америку. Более это автобус, он еле-еле идет. Я и этого обойду. Едем дальше. Димаш, вон здесь, Иван, уже на подъем идет. Грузиться с Новосиба. Туда, откуда ты приедешь, сейчас Красноярск. Понятно. Я чуть-чуть дальше проеду, а потом домой вернусь уже. Давно ты уже катаешься? Со 2 числа. Этого месяца или прошлого? Этого, я же месяц дома отдыхал. А, так нормально еще. Можно сказать, только начал. А у тебя на машинке получается кто, подменный какой-то ездил, да? Да, подменный ездил. И трус у меня собака спионерил. Нормальное явление, чё. Короче, то, что передал из рук в руки, то он это самое не тронул. А то, что это самое, короче, забыл, всё, что плохо лежало, он быстренько тебе это самое. Понятно. Ничего не меняется в этом мире. Ехал, видел, гнали ваши еще там. Вот я на Красноярск шел. Вот эти сотки новые. Да, но у них комплектация победнее, чем даже у меня. У них ретарды нету нифига. Понятно. Короче, только что написано 500, а так все, что есть, это ровный пол, а все остальное голое. Ну да. Ну да, обычно в таких компаниях. А то, что гнать, да, гонят, много гонят. Это такое ощущение, что ваши скупают все подряд. Как Дима говорит, им все равно, что покупать. 500, 450, эски, эрки, они все готовы брать. Я в Казани выгружался, с чувачом разговаривал, вот перед Катей как раз. У него шеф хотел 50 штук завода взять, скамеек. Ему сказали, нифига, говорит, нам еще на Делго 1.5 года работать. С ума посходи. Вот уже бабла там влита в эту контору, а? Да, я представляю, блин, размах, да? Это не то слово. Какие там? Там одни платежи туда-сюда, приход-уход миллионами
долларов или евро исчисляются в месяц. С ума сойти, да. Ну, не зря парням многие поприходили рассылки. Приходите к нам работать, смс-ки. Да, водителей же откуда-то брать надо. Да. Вот и начинают рассылать. Машины-то понабирали, а ездить-то кому на них? Ну, тут некоторые еще изменения произошли. Теперь штрафов у нас не будет, будет просто понижение гласности, если что. И внутренние ограничения, внутри компании ограничения скорости сдвинули нам на 95. Нифига себе. Ну-ну. Набирают людей без опыта и можно будет носиться. Ну-ну. Да, ну типа этого. Ну типа с горок отпускаете. Один придурок, да, там после 95 минут еще дается, можно и до сотки. Один придурок до 130 отпустил. И что? Ну, наверное, машина слетела с гарантии, скорее всего. Ясно. Плюс будет в третьем классе постоянно ошиваться. Вот так. Слышь, ты, дядька, а что ты не предупредил? Чё, антрикот. Антрикот называется. Я бы пол антрикота заказал. Капусту бы не брал, лук бы не заказывал. И антрикот бы не заказывал. Четыре хлеба попросил. Полбуханки. Раз, два, три, четыре, пять хлеба попросил. Нифига себе. Ладно, съедим, наверное, я думаю. Приятного аппетита, господа. Вам того. Обал. Обалдеть. Вот это порция. Холодает. Наконец-то попали мы в этот кирпичный домик. Я чуть иду. Я пообедал, поужинал, еще и позавтракал на завтра. Игорь, он, смотри, с собой забрал. Димов тоже втоптался. Сказал, что ужинать будет. Ой-ой-ой, это кто из вас так пылит-то? Смотри, что делает. Сидишь, смотри, тебя задавит. Алло! Чуть не задавили. Рейден Шведен. Шведышен Кёнигсрейх. Сборная мира. Да-да-да. Россия и Бразилия. Точно. Точно, да. Вот это чья? А у тебя чья сборка? Это? Да. Нидерланды, ты чего? А, голландка? Ну, видишь. Ну, да. Пожалейте мои гланды. Голландская сборка? Тут у тебя так музыка. Ну? Да. Так, ну, вроде все хорошо по машине. Че мы? Поедем? Голландка, россиянка и шведка. Не, конечно, кормят здесь на убой. Конечно, эти 400 рублей этот антрикот стоит. На, все хорошо в этом кафе. Кормят вкусно. Оно стоит тех денег. Есть два минуса. Смотрите, как пылище. Стоянка просто... Ну... У меня вот кабина закрыта была, и все равно полная панель. Вся панель в пыли. И второй минус. С той стороны заезда нет. Ну, скажем так. Не такая уж она и сплошная, когда очень надо. Я так не могу резко, как вы. Но что там у нас? А у нас
берега справа машины. Дима Николаевич отстал. Да я догоню, не езжайте, не переживайте. Ну хорошо. Мне без вас спокойнее, да? Да. Давно сюда хотел заехать, Дима все говорил, но я это все никак. Ну вот, теперь мы заехали сюда втроем, с ума сойти. Я сегодня уже не ужинаю, время 6. Это был обед, ужин, наверное, еще и завтрашний завтрак. 3 в 1. 86 километров отсюда до Омской объездной. Ой, Омской, Новосибирской. Пойдем сегодня куда-нибудь за Новосиб пойдем, куда, не знаю. Там еще тут же ремонты на объездной, куда мы заедем. Ветер встречный сегодня. Вы сами видели, как задувало. Расход пока 32,5. На завтра, на после обеда, вроде как договорились с сервисом, что приедем в кран в Омске, кран уровня пола менять. Ну, а сказали так, будет место, типа, запустим, не будет, не будете ждать, посмотрим. Доберемся до Омска, там будет видно. Если там будет колейка, нужно будет долго ждать, поедем дальше. Как бы это все не критично. Терять полдня, чтобы поменять этот кран. Нет никакого смысла. Ну да, я стоял, ждал, пока вас не подпитра. Надует, температура упала резко, только что ехали 30 минут. Да, вот тебе это самое передавали, как бы, что... Сейчас уже 21 градус. То есть, ну, у нас впереди похолодание. До Урала у нас, ну как похолодание? Входим в зону комфорта. Жара закончилась, заканчивается. Вот Московский район начинается. Еду я, еду, еще меня не потеряли. Хорошо. А то я смотрю, зеркало тебя не вижу. Ну тут состав растянулся, я в конце. Не переживайте, все хорошо. Я дорогу знаю. Ну да. Офигеть, братцы. Такими темпами автономку надо будет включать не утром, а сейчас вечером. Ну да, возможно. Знаешь, сколько за бортом? Уже, блядь, ну, в принципе, 13. А, блядь, все двери пропали, уже, блядь, вроде это, и стекло-то больше не засирается. 13 градусов. Ну, конечно, попрятались. Час назад, ну, полтора. Было плюс 30. Сейчас приеду, стекло помою, хотя... Лачинский заеду, у нас там наша мойка. А сейчас поэтому... плюс 13. Нифига. Сегодня ночью. Вроде 6 градусов даже обещают. Вы смотрите, какой резкий перепад. Охренеть можно. Вот это да, неожиданно. Нам надо, мне, по крайней мере, блять, я хочу помыться куда-нибудь за Уралом. Потому что там везде жара, Самара жара, Москва жара, везде Казань жара, везде. Жарко, блядь. Вот где не то там. Ну что-то я вот так сейчас тоже вспоминаю. Там даже от Уфы до Самары. Вообще, блядь, мой не помню. Да я просто Самары, блядь. Ближайшее, что я помню, это уже дохуяк там. Кузнецк, Пенза, блядь, вот что в районе. В Кузнецких там дохуя. Короче, придется мне пол ролика запикивать. Ну, не знаю, доеду до Ачинска, посмотрю. Что там, а то может быть вообще мыть не буду. Выйду действительно туда, домой уже, к дому ближе. Там помою. В средней полосе, короче. Что-то все
вся погода сюда идет, от нас уже пошла сюда. А то жара стояла, а жара, наверное, туда пошла. Николаевич, давай, все, удачи, пока-пока, я прямо ухожу. Давай, давай, Игорь, счастливо тебе. Загрузиться завтра быстренько и легкой дороги. Хорошо, давай, на связи есть еще. Дима, давай, пока, если чего, Лехе мои контакты возьми. Давай, давай, Юля, тебе тоже счастливо. Хорошо загрузиться, съездить там, на Красноярск. Давай, все, удачи вам. Леха там пишет привет, передай, как заберешь его. Хорошо, передам. Все, отправили Игоря в Новосиб, ему завтра грузиться на Красноярск. Ну, а мы дальше пошли на объездную. Ты что, Михалыч, скоро съехал, нет, что ли? Я прямо пошел, а на... Да я за тобой вот еду через машину. Да, все. Чтобы я тебя не бачу. Машинка между нами. Что ты Яндекс смотрел? Или потом сюрприз будет? Ну да, нормально, там все прям чуть-чуть желтенького, но все хорошо, ничего страшного нет. Все, сейчас практически ходом все пройдем. Ну и хорошо. Ну слушай, как погода резко, да? Еще полтора часа назад плюс 30 было. Сейчас уже плюс 12. Походу на туль, на печку добавлять, я прям это нахуй. Даже без кондиционера мне, блядь, уже что-то как не жарко, нихуя уже свежо. Получишь кличку не водовоз, а матершинник. Не, ну это хорошо, надо наслаждаться холодом перед жарой. Что-то до жары осталось 2 дня, блядь. Будем еще вспоминать, как мы ехали тут, блядь, 13 градусов, песня, блядь, как мы спали, блядь, с автономкой. Да, 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 недолго музыка у нас поиграет. Ну вот, наверное, тоже воду скидывают. Конечно, не в таких масштабах, как в Красноярске. Ну, посмотрите, да? Кусты вон все в воде. Чуваки слева на лодке. Поехали вон рыбу ловить. Удочки у них там. Браконьерят они. Да, вот все залито. Здесь же должна быть... Хотя не сказать, что очень сильно залито. Но уровень воды большой. Скорее всего, там тоже на ГЭС небольшой сброс проводят. Ну, масштабы с Красноярском, само собой, не сравнить. О, начинается. Дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Что ты все трешь? Уже сухо давно, ты все трешь, трешь. Мы поедем, мы помчимся. Ну, вот один ремонтик у нас еще впереди на объездной. И как бы после этого... Блядь, я хуею на него, он тоже, блядь. Вроде работает постоянно, блядь, всех успевает смотреть, я так понимаю. И Булавская, Коляна, Хуяна, и, блядь, всех, кого только можно, и, ну, где-то еще кого перечислял, о которых вообще даже не слышал ни разу, блядь. За Новосиб зашли, такое ощущение, что в 8 попали. Уже 10. Обалдеть. Неожиданный поворот, согласитесь. Такие резкие перепады в 20 градусов. А мы едем в шортах. Сейчас надо штаны надевать и в куртке на улицу выходить. 10 градусов тепла. Да. Время 8. Не знаю, на куда мы поедем сегодня. Thank you.
до Омска 600, 600 с копейками. Завтра к обеду надо приехать. Посмотрим. Не, это не аэропорт. Какой же это аэропорт? Встречка. То есть рабоченка стоит в аварийке, включил. Дым. Дым. Нифига себе, след, мы уже приехали. Все, друзья, Барабинск. Тормоза ведь придумали трусы. Свет слепые, сигнал глухие. Барабинск. Видите, сколько за бортом? 8 градусов. 8 градусов тепла. Ничего так, да? Шахнуло. С тридцатки. Хорошно сегодня. Уже темнеет. Вернее, уже почти темно. Время уже 11:30. Пора в стойло. Тоже налево. Бакмахиха какая-то. Блять, куда-то 45 километров на Алтай уже практически. Ну да. Куда-то туда 45 километров. Налево. Бара-бара-бара. Бери-бери-бери. Дима явно на стоянку уже хочет, уже устал, парняга. Сюда кушать заезжал, куда? На Красноярск шел. Ночевать я, наверное, здесь ни разу не ночевал. Тут пока не доводилось. Ну вот, как-то в душ тут ходил, просто останавливался в душ. Ночевать не ночевал. Ну и что тут, кто тут, где тут, блядь? А вон надо было с жинтиками рядом становиться. Поехал. Слева, блядь, нахуй какой-то красный скин, какие-то лужи, блядь. Что-то как-то, блядь. Вон надо было там, вот где джинские стояли, там вставать. Ты видишь, ну в самом-самом начале. Ну а что? Блять, а что они как там стояли? Аж ебалом, может, туда или сюда, ну шо, куда, блядь? Ну здесь-то, в принципе, вроде тоже не очень так уж грязно, хотя тут что-то как-то жидковато, блядь. Что-то не очень тут нравится. Ну поехали туда. Поехали, все равно на улице холодно, форточки открывать не надо, так что до фонаря. Да это я согласен, можно вообще ебалом туда встать. На Барабинск. Можно и так. А там, ну, нормально. Туда хвост, блять. И этот, а здесь...
сладится. Все. Короче, мы на сегодня отработали. Всем спокойной ночи. Ну и нам тоже. Что такое? Сука, одни французы, блядь, все с наклейками. Что ты, блядь? Наклейки увидел у джентиков. Ну так а что делать? Коль на Францию ездили, пацаны. Какие спортсмены побежали. На что-то болото у меня лезть не хочется. Так не лезь. Вообще надо было вот здесь вот поставить и все. Вообще надо было, может, вот здесь вот поставить возле этого, не? Да нахуй там сейчас это всю ночь будет, блядь, туда-сюда, блядь. Ну, в принципе, да. Будут ездить тут один за одним. Тонем. Куда мы там едем? Шалом. Все. Так, закрываешь. Моя жизнь не достанет до твоего зеркала. Попробуй. Достает. Да не, нормально. Пойдем посмотрим. Нелегкая эта работа. Нормально тут щебенка. Хорошо. Вот здесь не утонул. Здесь немножко притонул, но это не страшно. Всего-то добраться. Нормально. Добрый вечер. Хватит ложись, добрый вечер. Глуши ее уже.